Ребята, всем привет! Сейчас я нахожусь в маленьком уездном городке, расположенном недалеко от столицы Сибири. На днях мне пришло письмо от некой Зинаиды Петровны, которая буквально поделилась со мной своими эмоциями. Сама она переехала из Казахстана и купила маленькую комнату на подселение по очень сходной цене. Комната находится в трехкомнатной квартире, две комнаты из которой принадлежат какой-то пожилой паре, которая лет 10 назад переехала к морю, поближе к солнцу. Короче, ребят, лет 10 их уже никто не видел. Суть дела в том, что автор письма постоянно слышит из-за стенки какие-то движения, как будто там кто-то есть, однако она точно знает, что там никого не может быть, вход-то общий. Короче, она очень боится оставаться в своей комнате по ночам. Где лежит ключ от комнат соседей, она знает. Она очень просила не светить ее часть квартиры в кадре, так как к ней заходят коллеги по работе. В общем, я посчитал ее письмо очень интересным, решил приехать и остаться для съемок на ночь. Итак, ребят, зашел я в квартиру. Где-то тут свет у них. Блин, что-то ни хрена не видно. Хоть шар выколи. Короче, не знаю, где тут свет включается. Дверь где-то должна быть прямо в комнату. Вот она. Так, открываем. Есть, точно, она. Что тут, бля, мешается дверь? Есть. Так, а здесь свет включается. Блин. Куда выключатель-то делся? А, вот он. Ага, хрен. Света, что ли, нет в квартире? Блин. Твою мать, это еще что такое? Так, надо фонарик доставать. Сейчас, секунду. Что еще? Есть. Так. А, вот, что мешалось. Лопата, короче, за дверью стоит. Ни хрена тут, ребят. Не хата, а чулан. Охренеть. Да здесь лет 100 никто не живет. Лампочка или чай еще болтается. Охренеть, ребят, тут даже люстры не было никогда. Палате. Все как в лучших домах. Охренеть, ребят, смотрите, тут уже паутина. В углах везде паутина. Офигеть. Да, блин. Гардина такая дореволюционная. Блин, у меня аж во рту пересохло. У меня такое ощущение, как будто кому-то домой залез, а не ключ мне дали. Ой, ребят, смотрите, время остановилось в 2010-м. Фу, капец, пыли здесь. В 2011 году последний календарь. Да. Ранетки. Помню, какой-то древний сериал такой был лет 100 назад. Радио винтажное. Офигеть. Да, тут фильмы ужасов снимать только в этой квартире. Цветы. Смотрите, ребят. Цветы засохли здесь, наверное, лет 100 назад точно. Это даже не цветы, а мумии цветов. Вот еще один цветочек такой.
Ой, пыли здесь. Толстенный, как будто я в гробницу фараона залез. Охренеть. Вот это старина. Капец, меня что-то аж прям какая-то мелкая дрожь берет. Неприятное ощущение. Короче, хозяйка, которая меня сюда пустила из соседней комнаты, время от времени здесь слышит какие-то шаги, скрипы, падение предметов. Ну, короче, ванна древняя. Офигеть, тут слой пыли. Телевизор, посмотрите, черно-белый еще. Да. Банки тоже все в пыли. Ладно. Одел я, ребят, перчатки. Лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Уж как-то очень здесь пыльно. Да, пылища такая повсюду. Так меня и тянет заглянуть в эти ящики. Что-то там интересно такое. Не подумайте, что я что-то буду брать там. Это не по моей части. Ну, просто интересно. Блять, сука! Ни хера себе! Фу, блин! Прикиньте, ребят, лопата грохнулась. Твою мать! Фух! Я чуть копыта не откинул. Жесть. Видимо, когда я заходил, я дверью эту лопату сдвинул. Вот она и грохнулась. Капец. Фух. Блин. Прикольное начало. Блин, у меня аж голова закружилась от неожиданности. Охренеть. Блин. Вот это же скач. Фух. Ладно, даже забыл, что я хотел сделать. А, я хотел посмотреть, что в этих ящиках. Нахрен уже. Что-то и желания особого нет. Да. Винтажные вещи. Какой-то кипятильник, ребят, смотрите. Такие, по-моему, при Советском Союзе точно были. Фу, блин, зараза. Охренеть. Да, наверняка на нем еще ценник где-то. Какие-то мелкие безделушки. Здесь вообще непонятно что. Фу, пылища, блин, капец, ребята. Ни хрена тут. Склад древней обуви какой-то. Дореволюционный винтажный, смотрите, какой лопатник. Короче, какие-то старинные тапки. Обувь. Опа.
слышите? А ведь в квартире нет никого. Такое ощущение, что кто-то половицами скрипит. Или чем-то еще. Ладно, наверное, показалось. Фух. Блин, после этой лопаты, капец, чуть заикой не остался. Что какие-то мешки, пакеты. Полный шкаф каких-то вещей. Ну и все. Ладно. Посижу, подожду маленько. Короче, ребят, такое ощущение, что кто-то постоянно ходит. Скрипы время от времени раздаются. Что здесь какие-то движухи, вот такое ощущение, что время от времени кто-то ходит здесь. Может быть, дом просто, конечно, старый. Из-за этого доски гуляют и издают звуки. Иногда вот как сейчас, отчетливые прям шаги по половицам. То исчезнут, то опять начнутся так уже полночи. Опа. Опять вроде стихло все. Ребят. Думал, мне кажется, короче. Вот уже на протяжении. На протяжении где-то получаса наблюдаю. Конечно, это половица.
Вторые половицы, может быть, играют. Может, дом старый, поэтому. Ну, как-то так странно. Отчетливые звуки иногда. Опа, слышали? Блин, ни хрена, увидели? Такое ощущение, что вон оттуда с полки что-то только что грохнулось. Камера должна была заснять. Ага. Какой-то пакет упал. Прям древний. Так. Фотографии, ребят. Какие-то древние прям фотографии. Старинные. Кто здесь жил? Так, сейчас надо какое-нибудь более удобное место. Так вот будет поудобнее. На старинные какие-то фотки. Кто эти люди? Черно-белая фотография. Здесь кто-то вырвал себя. Или кто-то кого-то вырвал. На фотке такой велосипед смешной. Морячок какой-то. Целых три фотографии одинаковых. Опа, здесь. Так, это я не буду показывать. Чьи-то похороны. Короче, ребят, фотографии тех людей, которые здесь жили. Это интересная фотка, конечно. Пионер такой. Да, интересно, раньше делали такую растушевку. Опа. Я что-то не обратил сразу внимания-то. Смотрите, а здесь какая-то замурованная дверь.
похоже. Стуки-то оттуда идут. Блин, я что-то забыл, кстати говоря. Даже хозяйка-то говорила, что здесь две комнаты. Прикиньте, ребята. Точно, она же мне говорила, что есть две комнаты. А здесь-то одна. А вот и вторая, прикиньте, ребят. Кто там есть? Эй, кто-то есть за дверью? Блять, сука! Нихера прикол! Эй, кто там? Прикиньте, кто-то стучит с той стороны. Замурованная дверь. Блин, охренеть. Ну что, ребят, я думаю, надо камеру на ночь ставить. Нифига себе. Так, все, ребят, установил камеру с видом на заколоченную дверь. Посмотрим, что снимет. Все, утром заберу.
Мне позвонила женщина с квартиры, где я снимал последнего полтергейста. Взволнованным голосом она сообщила, что в комнату к соседям приходил, как она выразилась, сам Люцифер. Посланник ада был не один, с ним был электрик из ЖЭО. Впрочем, последний быстро проверил показания счетчиков, что-то записал и удалился, оставив ее наедине с Люцифером. Это был абсолютно седой старичок в черном потрепанном пальто до самого пола и размера на 3 больше его собственного. Он представился братом хозяйки пустующей комнаты и сказал, что время от времени присматривает за жильем по просьбе самих хозяев. Они поговорили, и соседка задала ему вопрос, все ли хорошо с хозяевами, ведь их давно никто не видел. Обнажив в улыбке редкие пожелтевшие зубы, дедок заверил, что с ними все хорошо, и скрылся за дверью. Спустя некоторое время он вышел из комнаты, и соседка ему сказала, что недавно слышала за стеной какие-то шорохи, поэтому она открыла дверь и зашла, чтобы убедиться, что в окно никто не залез. Дойдя до открытой форточки и никого не увидев, собиралась уже уходить, но на глаза попалась заставленная дверь в комнату. Старикан сухим, раздраженным тоном оборвал ее рассказ, заявив, что за дверью склад всякого ненужного хлама. Обернувшись на выходе, он уже более спокойно заявил, чтобы та не шарилась, где ей не положено, и уже где-то на лестнице пробурчал что-то вроде «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали». После его ухода, естественно, остался какой-то омерзительный осадок, и она решила позвонить мне и все рассказать. Так, ребят, в очередной раз пролазил в эту комнату. Что за хрень опять? Это лопата дурацкая. Точно. Нахрен ее сюда ставят? Надо поставить ее, чтобы она опять не грохнулась. Сачок какой-то стоит. Бабочек что ли ловили? Так, что здесь? Все на своих местах. Уже радует. Видишь, что за херня? Что-то в прошлый раз я это не видел. Блин. Пепельница еще с бычками появилась. Люцифер, зараза, пачку, наверное, скурил. Так, ребят, что это такое, кто знает? Гремит как погремушка. Что-то какой-то дракончик, что ли, китайский нарисован, или петух какой-то. Ладно, бог с ним, пусть полежит здесь. Блин, прибор вывалился мой. Короче, ребят, взял с собой приборчик. Вы уже видели его как-то в одном из моих видео. Меряет все подряд, начиная от радиации и заканчивая магнитным излучением. Короче, оно-то меня интересует. Опа. Казалось, вроде. Сейчас здесь все проверим этим приборчиком. Возможно, что-то зафиксируем. О, ребят. У выключателя горит индикатор. О, так здесь свет в этот раз есть. Это уже хорошо. Видимо, Люцифер лампочку поменял. Так. Сейчас я фонарик отключу. Короче, вот за раз, ребят, вот такую маску от пыли прикупил себе. В прошлый раз надышался здесь пылью до черных соплей. Долго потом харкал. В этот раз пусть лучше мой голос звучит глухо.
чем пылью надышусь. Все с опытом приходит. А муж-то нормально голос звучит? Да, нормально. Ладно, посмотрим, что покажет магнитное поле. Мне интересуют те места, где что-то происходило. Так, возле радио. Нифига, все нормально. Да, он в правом нижнем углу еще и радиацию мерит. Но тоже показывает радиационный фон в норме. Так, посмотрим, что здесь около двери за этой замурованной. Тоже без изменений все в норме. Поближе. Я еще, ребят, эндоскоп прикупил. Такая камера на длинном проводе. Хотел засунуть за дверь, посмотреть, что там происходит. Но, видимо, в связи с этой инфекцией в Китае с коронавирусом посылочка где-то застряла. А может, ее просто еще не отправили. В общем, здесь тоже, кстати, в норме. Здесь вот пачка с фотографиями рухнула. В общем, ребят, в следующий раз с этим эндоскопом посмотрим, что там за дверью творится. Ломать, конечно, я ничего не буду, сверлить. Но фанеру маленько незаметно отдеру. Интересно там, что происходит. Ладно, магнитное поле вроде здесь в норме. Позже еще замерю. Что, установим видеокамеру. Посмотрим, что она зафиксирует. Позже зайду, посмотрю, чтобы не села батарея. Ну, как-то вот так, короче, установить. Нормально будет.
Так, ребята, уже практически утро, а ночью здесь явно что-то происходило. Вот этих пакетов на полу точно не было. Они вот здесь лежали, около двери замурованной. Я точно помню, что здесь было чисто на полу. А еще, когда я заходил, обратил внимание, что сачок вот этот стоял рядом с лопатой, а сейчас он на полу валяется. Вот такие дела. По-любому что-то здесь было, и мне уже не терпится отмотать назад и посмотреть. Ладно, ребят, все, что заснял, покажу. Опа! Опять радио. Так, а где у меня датчик? Надо посмотреть. Электромагнитное поле, что покажет. Так, выбираем. Показания-то нестабильные. Оба, ни хрена себе. Да они зашкаливают. Блин, показатели электромагнитного поля, ребята, зашкаливают. И это явно как-то взаимосвязь какая-то с радио есть. Охренеть. Ну и что это такое? Блин. Пытаться пообщаться. Если кто-то здесь есть. Оба.
Если кто-то здесь есть, дайте знак. Твою мать. Ни хрена вот это поворот. Вы что-то хотите мне сказать? За метру и это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи. Блин. Как мне понять, что вы хотите мне что-то сказать? Твою мать. И каким образом мне с ними общаться? Ну, интересно. Радио начинает работать сильнее. И поле магнитное тоже начинает краснеть. Я задаю вопрос, и опять пуля краснеет. Хрен чертовщина какая-то. Так, что делать? Вы здесь, в этой квартире? Вы в той комнате? Вы в этом мире? Где вы находитесь сейчас? Ни хрена, ты что было сейчас? Блин, мурашки по коже. Вас кто-то убил? Вы мертвы? Твою мать. Ёкарный бабай. У тебя радио перестало работать. Ребята, я вот реально не понимаю, как с ним общаться. Что-то здесь определенно есть, что-то подает определенно мне знаки, но как общаться с этим, я вообще не понимаю. Вот сейчас радио перестало работать. Не видно активности. Что за хрень? Блин, может быть, вы посоветуете, как с ним общаться? Что это, сущность или что это такое вообще? Перестала реагировать. Вы еще здесь? Вы хотите продолжить со мной общаться? Ноль эмоций. Блин, может, я с ума схожу уже, с радио разговариваю. Вы все еще здесь?
Господи, никаких изменений. Что за хрень? Ну что, подождать еще? Уже светать сейчас начнет. Радио больше не работало. И датчик никаких не подает признаков жизни. Ничего, практически никаких изменений. Блин, ну я подогнался капитально. Это до сих пор не по себе. Что это было? Ладно, сколько можно здесь сидеть? Ну что, ребят, вернулся опять в эту комнату. Так аккуратненько. Есть. Блин, твою мать. Опять эта лопата. Кто-то явно хочет, чтобы я оставил следы. Ладно, буду выходить. Точно так же поставлю. Ну что, вроде бы все на своих местах. Сейчас надо. Твою мать. Сука. Ни хрена себе. И тебе здрасте. Не очень-то гостеприимный полтергейст. Зараза, тазик на самую бошку прям упал. Ладно. Капец, хрен привыкнешь тут к этим штучкам. Надо включить свет. Блядь. Сука, прям на жопу завалился от неожиданности. Ногу ударил. Зараза. Ладно, потом это дерьмо все соберу. Короче, ребят, сейчас надо вот это вот все, весь этот хлам куда-то переместить, чтобы освободить доступ к двери. И фанера здесь или что, непонятно. Маленько, короче, надо отодрать, чтобы... Блядь, твою мать! Блин, неугомонный какой. Призрак или полтергейст. Сука. Явно не хочет меня сегодня здесь видеть. Фух. Фу, неприятно как. Слышите, явно движение какое-то там. Оба. Нифига. Так, ладно. Сейчас отключусь. Как я буду это все дерьмо разгребать, вам не интересно, потом включусь обратно. Что, лишнее убрал. Сейчас доступ есть к двери. Вот такой вот инструментик взял с собой. Маску одел, сейчас перчатки одену. Короче, полный набор медвежатника. Фу. Постоянно, короче, какие-то здесь опять шорохи, скрипы. Но это, как говорится, меньше из зол. Так. Так вот, наверное, нормально будет видно. Надеваем перчаточки.
что-то грохнулось. Паутина такая, капец. Так, ну что, приступим. Да, она нормально идет. Я, короче, решил, ребята, вот здесь вот это дело вскрыть, а потом, как было, все мусором завалю, и не будет видно никому. Так, еще немного. Уже будет видно. Зараза. Так, надо что-нибудь ставить. О, блин. Еще улики оставил. Короче, за этот ящик, или как он там, буфет, стамеска упала. Зараза. Так, короче. Так вот. Блин, надо больше отверстия. Ладно, включусь, когда буду готово. Да, хотя утром можно, наверное. О, нормальная дырка уже. Руку можно засунуть. Так. Все. Так, сейчас надо подключить эндоскоп и попробовать туда засунуть. Так, ну что, ребят, подключаем эндоскоп, дырка готова. Так. Запускаем. Так. Давай, поехали. Так, все вроде. Все видно. Дополнительное освещение. Все, погнали. Так. Работает нормалек. Люстра какая-то древняя, дореволюционная. Это спереди окно, а справа похоже зеркало какое-то. Блин, точно зеркало. Огромное зеркало. Ой, что это было? Да ну на... Thank you.
что это за х... Такое ощущение, что там трупак какой-то, что ли, тетки. Да ну нахер, там не может быть никакого трупака. Тем более, если бы даже там был трупак, он был бы совершенно в другом состоянии. Фу, нихера подгон какой. Это что такое? Так, ладно. Давай аккуратненько по новой заглянем. Что за хрень? А, бля. Это походу манекен. А нахрена там манекены? А вот эта башка, похоже, вон с левой стороны. Ну точно. Капец. Так. А вот это, кстати говоря, что-то непонятное. Очень похоже, кстати. О, а это очень похоже на китайский шарик, который в этой комнате мне выкатывался. Хрена прикол, а что он там делает? Это точно второй шарик этот. Вот явно он там неспроста. Надо его попробовать выудить как-то оттуда. Манекены эти. Блин, там явно что-то происходит. Землетрясение, что ли, какое-то случилось. Охренеть. О, это второй манекен откуда-то сверху свалился. Скинул, что ли, его кто-то. Это явно там какая-то чертовщина происходит. Картинка зависла. Надо, короче, эндоскоп вытащить. Так, сейчас я, короче, на эндоскоп накручу крючок. И этот шарик, по-моему, был в каком-то пакете в таком. Попробую этим крючком подтянуть сюда этот пакет. Интересно, что там? Что-то мне говорит о том, что неспроста этот шар мне выкатывался, и второй там лежит. Блин, нога как болит, зараза. Так, есть. Крючок взял. Вот такой, ребята, крючок. Он цепляется на конец эндоскопа. Вот сюда. Накручивается. Сейчас я им попробую достать. Так. Переключаться не хочет. Все нормально, накрутился. Есть. Короче, ребят,
вот такая конструкция получилась с крючком на конце. Сейчас я туда засуну и попробую этот пакет зацепить. Так, что там камера показывает? О, блядь, сложно как. Блин, зараза. Что-то мне говорит о том, что я не смогу зацепить. Блин. Давай. О, есть. Давай, давай. А, блин, зараза. Не помню, как эта игра называется, где приз вытягиваешь. Опа, сорвалась со стола. О, бля, застрял, сука. Давай, 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 давай. А, упала, что ли? Да. Нет, вроде. Опа! Вытянул, кажется. Так. Цепите. Давай, давай. Да не вылазит, сука, застряла. Сука. Внутри застряла. Есть. Фух. Слышу, гремит шарик. Вот он, короче, шар. А это что такое? Явно это не отсюда. Записка какая-то. Друзья, когда наступаешь, надеюсь, у вас тоже как-то сразу хочется общаться и разговаривать больше. Ребята, всем привет. Приехал я по адресу, указанному в записке. Думал, здесь будет, короче, дом, а здесь что-то вообще капец. Полная разруха. Похоже, на этом и истории конец. Даже не знаю, смысл какой туда идти. Здесь на чердаке кое-что надо найти. Но я так думаю, что запросто уже кто-то до меня это все нашел. Так что я не знаю, вот туда зайдешь, что-нибудь на бушку упадет. Все-таки любопытство меня когда-нибудь под монастырь подведет. Пойду посмотрю, что внутри. Так, ладно, решился я все-таки залезть в этот дом. Да, блин. Да, уже, конечно, ни хрена здесь нету. Кстати говоря, что касается чердака, то он явно целый. Так что можно на чердак все-таки залезть и посмотреть. Возможно, там еще что-то осталось. Так, вот она, лесенка на чердак.
Сейчас я здесь залезу. Так, сейчас дома смотрю. Для начала. Солома. Остатки утвари. Дом такой уже аварийный. Капец, развалился весь. Вещи сохранились, куртка какая-то. Да, он, наверное, уже лет 10 тут в таком состоянии. Ну что, ладно. Полезу на чердак. Залез. Фух. Ну и что тут? По-моему, просто какой-то пустой чердак, вообще ни хрена нету. Да, ну такое тоже бывает. Здесь вон дырки в полу, точнее в потолке. Здесь, блин, наступать, кроме вот этих вот лак, ни на что нельзя. Справа тоже вон пролом капитальный, прям вот-вот уже рухнет все. Блин, страшно, зараза, наступать. О, ребят, там похоже, может, кажется, такое ощущение, что под палками он там что-то. Ну да, точно, под лагой, а больше тут ничего и нету. Там что-то белеет. Аккуратно. Капец. Все угли разбросано. Блин, так, подсветку. Надо, давненько замурована хрень. Че такое? Точно. Похоже на чемодан. О, блин, свет погас. Похоже на чемодан. Фух. Блин, интересно. Мне бы его с собой утащить или здесь посмотреть. Здесь, наверное, посмотрю. О, сейчас отключусь. А пыль весь покрытый. Древний чемодан. Такой вот, ребята, чемодан. Надеюсь, замки не заржавели. Хотя здесь сухо. О. Есть. Фу. Старина. Интересно, газета какая-то древняя. Как бы фонарь закрепить-то. Вот как-то так. Отлично. Так,
что здесь у нас? Газета какая-то. Клуб избирателей. Ого, эта газета. Непонятно. О, ребят, 90. Какой 98 год. Газета, ни хрена. Нет, 98, подожди. Нет, 98 точно. Фига, винтаж. 98 год. Ладно. Я понимаю, как говорилось в письме, старинные фотографии. Да. Фотки. Черно-белая. Кто на этих фотографиях? Где эти люди сейчас? Конверты советские. Все непонятно, какие-то фотки на документы. Все это, конечно, интересно. Но мне надо как следует из записки найти документ. Вот он. В одной из этих папок. Как следовало из записки, документ должен подтверждать право собственности. Старинные фотографии, не знаю, 40-х, наверное, или 50-х, может, годов. Ребят, у меня вот такое ощущение, что та пачка с фотографиями, которая вывалилась в квартире, вот на ней некоторые люди, которые вот здесь встречаются, там тоже попадались. Похоже на ребенка такого, что и гробик маленький. Что-то не то. Очень здесь нет нифига. Здесь тоже женщина с гармошкой какая-то. Это все не то. Старинный пожелтевший журнал мод с выкройками. Да. Люди раньше задырялись, сами все руками своими шили, вязали. Сейчас единицы только это могут. Так, ладно, это все тоже не то. О, грамота. По-моему, такую уже видел. Здесь негативы какие-то. Старые фотографии надо. Ладно. Участникам соревнований или что там грамоты. О, какая старинная. Даже не знаю, что это, рисунок или фотография старинная. Здорово. Сохранилось как все, ребят, здорово. Чердак сухой. Блин, на улице уже стемнело. О,
Владимир Ильич. Что там написано? Первопроизводительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся В.И. Ленин. Блин, капец, нифига история. А вот... О! А вот, ребята, документ тут. Ну точно, смотрите, завещание. Сохранился. Хорошо. Желтел только где? Открытая часть из пакета торчит. Отражает, не отражает. Не вижу нифига здесь. О! Света не хватает. Завещание. Интересно. Печать. Так. Ладно, ребят. Короче, завещание я это заберу, потом в машине еще почитаю. Ну вот, ребята, теперь, по крайней мере, есть с чем пойти к участковому. Осталось все это передать хозяйки комнаты. Ну а дальше уже пусть она сама несет это все, показывает, пишет заявление или как там полагается, не знаю. Ну, по крайней мере, уже теперь не с пустыми руками. Так, ладно, надо выбираться отсюда. На улице уже совсем стемнело. Блин, капец, вот глаз до глаз чуть оступился и вниз улетел. Все прогнило напрочь. Крыша. Дырки такие. Так, ладно. Блин. Что-то мне говорит, что... Возьму-ка я с собой, наверное, этот чемодан. Повнимательнее потом посмотрю, что в нем лежит. Может, еще что-то найду. Итак, ребят, как стало понятно из документа, найденного на чердаке, некто Агафья Васильевна 1913 года рождения завещала все свое имущество некоему Ростиславу 61 года рождения. Однако у Ростислава, видимо, есть и брат, который узнал о завещании и явно не согласился с его содержанием. Кстати, возможно, тот странный тип, которого соседка окрестила Люцифером, навещающий загадочную квартиру, и брат Ростислава – это один и тот же персонаж. Не исключаю также, что он и помог Ростиславу устроиться в местах не столь отдаленных, что становится понятно из записки. Что же касается всей этой чертовщины с квартирой, то совершенно очевидно, что нечто там обитающее пыталось вступить со мной в контакт и явно хотело, чтобы я обнаружил эту записку. Теперь я убежден, что все эти стуки, внезапно включающееся радио, появляющиеся из ниоткуда фотографии и китайский шар – тому подтверждение. А вот, ребят, и сама записка. Ростислав, твой брат чудовище. Он нам угрожает, ведь мы знаем, что московская квартира вашей матушки принадлежит только тебе по праву завещания, а не ему. Мы закрыли свою палатку на рынке и уезжаем к тетке Сергея в Полтавскую, а возможно потом к родне в Латвию. Ты знаешь кого. Документ о праве собственности на чердаке в чемодане с семейными фотографиями. Мы его завезли Катерине Матвеевой на дачу. Когда вернешься, я уверена, ты во всем разберешься. Мы с Сережей любим тебя и уверены, что тебя осудили за то, что ты не совершал. Ребят, вот на мой взгляд, эту записку написала явно хозяйка комнаты, сбежавшая от угроз брата Ростислава. Но вот кто подавал все эти знаки, так и останется загадкой. Возможно, это была Агафья Васильевна, а возможно, кто-то еще.
И, кстати, ребят, все эти документы уже переданы в соответствующие органы.